Молодожены Алексей и Маргарита были приятно удивлены такому подарку. Честь посадить дерево любви в центре города выпала именно их паре. Все собравшиеся поздравили новобрачных и пожелали им долгих лет счастья. Неожиданно приятно. Такой праздник получился, да, хорошее начало. На самом деле все самое главное еще впереди, поэтому мы в ожидании немного находимся. Мы еще волнуемся, да. Да, немного волнения еще есть. Активное участие в акции «Наш лес, посади свое дерево» приняли ученики школы, детских садов. Мирослава и Кирилл о значимости этого события знают много. У них твердые пятерки по предмету «Окружающий мир». Мы посадили 10 кустарников и озеленили территорию. Растения настолько важны, что они же впитывают углекислый газ, а выдыхают нам кислород. И если будет меньше растений, то мы будем дышать углекислым газом, а это смертельно опасно. Больше деревьев, больше кислорода. Сейчас природа на самом деле сильно страдает. Вот люди и убивают, поэтому такие акции очень важны. Погода в этот раз была на стороне активных жителей. Ярко светило солнце, на небе ни облачко. Самое лучшее время для посадки новых деревьев и кустарников. Погода нам помогает, сопутствует. И сегодня прекрасное настроение у людей. Мы с большим удовольствием и старший, и млад сегодня все вместе собрались. И вот здесь украсили территорию возле нашего ЗАГСа. Замечательно. Вы знаете, мне хочется сказать всем огромное спасибо и пожелать доброго здоровья. Настолько здорово, что в такой солнечный день наши уважаемые родители, наши коллеги, наши любимые ученики могут насладиться, зарядиться так, энергией солнца, добра, позитива. Очень здорово, что эта акция проходит, и мы, конечно, активно в ней участвуем. Ветераны и дети Великой Отечественной войны, участники локальных войн, люди с ограниченными возможностями здоровья. В стороне никто не остался. Все наравне участвовали в акции и активно помогали. Одни поливали, другие подсыпали землю. Акция, она очень полезна, потому что вообще это такая долгая перспектива роста этих деревьев, которые мы сажаем, кустов. И это будущее, это экология. Губернатор поставил задачу улучшить наши города, поселки, не только в городах, но и около городов, чтобы как можно больше зелени выросло. А это будет положительно сказываться на здоровье людей наших. Акция «Наш лес, посади свое дерево» проходит ежегодно и направлена на восстановление лесного покрова области, которая существенно пострадала за последние десятилетия. Жук-короед и пожары не пощадили вековые деревья. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».